Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Рад вас всех приветствовать на вебинаре, который у нас проходит по партнерской программе компании Skyway Capital. Вот. У нас с вами сегодня 20 число и, в принципе, есть хорошие новости, да? Новости, которые касаются непосредственно новогодней акции, которая запущена у нас вот с сегодняшнего дня. Вот. Единственное, мы доработаем немножко с информацией, сделаем рассылочку на всех языках, которые у нас на сегодняшний день интегрированы в сайт, да, то есть это ожидается для около 12 языков. Вот, мы сделаем завтра, ее уже отправим с описанием пакетов, то есть какая новость у нас ждет. И сегодня уже, по сути дела, закончены практически работы по выкладыванию этих пакетов в личные кабинеты партнеров на их родных языках. Да, то есть это тоже очень важно, поэтому немножко потерпите. Акцию мы сегодня запустили, немного доработаем. Длится она будет месяц небольшим, поэтому, я думаю, все смогут, те, кто хотят, по крайней мере, воспользоваться данными выгодными предложениями, смогут их использовать. Да? Вот. Ну, в принципе, с чем вас и поздравляю. Я думаю, многие из вас наблюдают за новостями развития технологий компании Skyway. Да, и то, что практически чуть ли не каждый день уже, да, у нас международные различные делегации посещают экотехнопарк. Наблюдают за прогонами, за тестовыми испытаниями Юнибайка, да, это очень важно. Вы знаете наверняка, что подписан протокол о намерениях о сотрудничестве с турецкой делегацией был недавно. И буквально сегодня вышло видео на наших новостных каналах, что еще целый ряд, скажем так, специалисты из целого ряда стран, по крайней мере, вот Индия, Швейцария, точно, да, посещали экотехнопарк, были, скажем так, на территории наших КБ, вот, общались с нашими конструкторами, с генеральным директором, с генеральным конструктором технологии Анатолием Эдуардовичем Леницким. То есть дело двигается. Мы все ближе и ближе с вами к тому моменту, как будет сертифицирован первый вид транспорта. Сертификационные работы начались. Ну и, соответственно, мы возвращаемся к чему? Смотрите, у нашей компании есть прекрасная возможность, да, которая позволяет абсолютно любому партнеру, который на сегодняшний день стал, например, совладельцем какого бы то ни было пакета долей компании, пусть даже минимального, построить успешный собственный бизнес по партнерской программе. То есть у нас есть 6 простых квалификационных уровней, которые позволяют вам расти в квалификациях, да, увеличивать процент, который может быть вам выплачен от простых действий, связанных с распространением информации. Но только с распространением информации не в плане там спама, да, и разбрасывания всем, кому следует и не следует информацию о нашем проекте, а по сути дела целенаправленная работа с людьми, которым это может быть интересно. Сразу хочу сделать акцент, что целенаправленная работа с людьми, которые хотят решить какие-то вопросы. Да? Вы знаете, что у большинства людей в этой жизни, которая сегодня есть, которая нас окружает, вопросов огромное количество, и большинство из них связаны все-таки с какими-то денежными суммами, да? Которые им либо позволяют решать эти вопросы, либо не позволяют решать вопросы. Поэтому если вы будете с кем-то общаться, и у вас в планах будет создать успешную структуру партнеров, которые могли бы развивать этот бизнес вместе с вами, то, наверное, вам в первую очередь не нужно предлагать возможности инвестирования сразу, да, людям предлагать, хотел бы ты быть инвестором, не возможности разобраться в технологии во всех ее тонкостях, да, то есть все равно он не станет инженером транспорта, либо конструктором, а просто внимательно пообщавшись с человеком, которого, возможно, вы не видели там неделю, месяц, может быть, полгода, если это ваши близкие друзья, знакомые, коллеги по работе, либо партнеры по бизнесу, услышать, что ему на сегодняшний день важно и интересно в жизни, да, и может быть даже на следующий день, через день, либо в момент расставания, когда вы уже поговорили с этим человеком, сказать, ты знаешь, вот ты сейчас обратил внимание на такую-то ситуацию, на такой вопрос, который тебе надо решить, я знаю, как тебе помочь. Но сейчас, если вы лично встречаетесь, уже уходите, время нет, побежал, давай с тобой свяжемся завтра, там, либо послезавтра, да, вот. Либо если вы на следующий день, либо через день позвонили, говорите то же самое. Мы с тобой пообщались, классно, что мы наконец-то друг друга увидели, да? Ты правда хочешь решить тот вопрос, на котором заострил внимание позавчера? Если он правда хочет решить, он скажет, да, хотел бы. Тогда нужно сделать следующее. И вы делаете простые шаги. Либо приглашаете его на вебинар по проекту нашей компании, либо на мероприятие, если в вашем городе проходит живое мероприятие, либо на личную встречу к своему наставнику. Если вы только недавно начали сотрудничать с нашей компанией и действительно хотите построить успешную партнерскую структуру, я, опять же, не могу вас заставить, не могу утверждать там, на 1000%, что именно так надо делать, но тем не менее, если вы будете поступать таким путем, вероятность того, что у вас структура будет строиться, будет выше, чем если вы сами будете все рассказывать. Тем более, если вы месяц назад не были ни инженером транспорта, ни физиком, ни человеком, который всю жизнь посвятил сопромату, аэродинамике,
инвестированию, если вы не работник банка, да, если вы, скажем так, не сотрудник какой-либо биржи, то доверие к вам, если вы будете рассказывать о тех направлениях, что я перечислил, будет не очень высокое. Но я думаю, вы со мной согласитесь, да? Вот те, кто со мной согласен, просто поставьте циферку 5 пока в чате. Те, кстати, кто не согласен, могут поставить цифру 1, потому что у нас сколько людей, сколько мнений, да? Поэтому если вы считаете, что напрямую нужно бить, скажем так, в лоб людей, ошарашивать информацию, что вот вы вчера работали, например, стоматологом, да, сегодня пришли в гости к своей подруге, либо к знакомому, либо к другу, который занимается там, чинит автомобили на СТО, и говорите, ты знаешь, я знаю, как вложить деньги, я стал крупным инвестором и так далее, и так далее. Вы знаете, может возникнуть немая сцена, потому что он вас знал как хорошего стоматолога вчера. Вот. А сам он хороший специалист, там, например, в отладке инжекторов, карбюраторов, там, как колеса правильно прикрутить, развал схождения сделать и так далее, и так далее. И даже если вы ему классно расскажете про инвестирование, он скажет, слушай, а я же не специалист в этом деле. У него будет много сомнений. Вот когда он эту информацию послушает от людей, которых он не знает, вы знаете, да, есть пословица русская, которая звучит так. В своем отечестве пророка нет. Рэнди Гейдж, который читает, дает много информации, обучает партнеров разных компаний, которые занимаются бизнесом в сфере MLM, говорит, что для ваших родных и близких, друзей и знакомых в жизнь устроена таким образом, что экспертом является незнакомый парень в черном костюме, с черным чемоданом из другого города. Вот если вы будете двигаться вот в этом направлении, в направлении развития бизнеса таким путем, что поначалу, скажем так, своих друзей, знакомых, партнеров по бизнесу, коллег по работе, да, родственников приглашать кому-то, и кто-то за вас будет рассказывать информацию, а вы, пусть это грубо может выглядеть, будете просто поддакивать, кивать головой, да, после этой встречи, когда ваш наставник проведет эту встречу, да, и скажет, что ты знаешь, вот он совсем недавно в нашем бизнесе, недавно стал инвестором, но он делает успехи, он быстро разбирается в информации, я думаю, что у тебя будет хороший наставник в этом бизнесе. То есть он придаст значимости вам, вот после этого есть вероятность, не говорю, что 100%, что люди, которых вы приглашаете на встречи либо на вебинары, да, потому что после вебинаров можно организовать трехсторонний разговор со своим наставником, это элементарно, в скайпе, вот, то высока вероятность, точнее, есть вероятность, что вас, вашего мнения будут прислушиваться к этому моменту, даже невзирая на то, что вы стоматолог, тренер там по бодибилдингу, да, либо работаете регулировщиком на каком-то перекрестке, регулируете движение. Потому что человек, который рассказал очень важную новость, который может решить вопросы человека в жизни, да, придал вам значимости и сказал, что вы уже разобрались и вы сможете помочь. Вот таким путем, как правило, начинают развиваться правильно и где-то быстро и очень динамично партнерские структуры. К сожалению, MLM-бизнес, да, это большая проблема на территории бывших стран СНГ, потому что мы читаем книги порой об MLM-бизнесе, мы читаем, смотрим вебинары, которые проводят гуру, да, иностранные по этому направлению деятельности, и все время удивляемся, почему там люди зарабатывают такие большие деньги, а здесь нет. Хотите, я вам открою секрет? Вот если вы хотите, чтобы я открыл секрет, поставьте цифру 1. Он очень простой. Мне его открыл человек, который возглавлял департамент образования компании, с которой я сотрудничал более 10 лет. Вот, секрет, причем настолько прост, что, блин, вот я правда слышал это все, знал до этого, да. Секрет очень простой и звучит он следующим образом. Большинство партнеров MLM-бизнеса за границей, в развитых странах, в США, да, там, в Мексике, где угодно, это люди, которые не имеют высшего образования. Это люди, которые делают то, что говорит наставник. Это люди делают то, что прописано в системе компании и ничего своего не придумывают. Опять же, никого не хочу обидеть, потому что у них мозг на это не настроен. У них мозг не изуродован теми знаниями, которые есть у нас. Более 80, даже более 90% людей, приходящих в этот бизнес на территории СНГ, это люди с одним, с двумя, и не дай бог, с тремя и более образованиями. Соответственно, они пытаются усложнить все то, что происходит в этой системе, да, и свои знания, которые получены в разных университетах, которые у них отложены в извилинах, они пытаются наложить на те простые шаги, которые нужно делать здесь. Соответственно, шаги усложняются. Соответственно, их никто не может повторить из тех, кто идет следом за ними, ломается система и получается бродячий цирк бродячих артистов. Потому что один говорит одно, другой, который пришел за ним такой же умный, говорит, да, ты фигню говоришь, да, мне это понравилось, я буду делать это так. Третий, пятый делает по-своему. И все ломается. И не так много людей становится в итоге успешными, хотя все могло бы быть иначе. Может быть, сделал слишком, скажем так, серьезное отступление в сторону, но оно, наверное, важное. Вот я хотел бы на это внимание обратить, если вы будете упрощать свой бизнес. Я не могу сказать, что он легкий. Я думаю, многие из вас понимают, что
понятие легкий и простой – это совершенно не одно и то же. Два разных слова, причем на всех языках мира, по-моему. Потому что простые действия зачастую людям делать очень нелегко. Да? Мы можем вычислить какие-то там, я не знаю, вспомнить и написать вывод уравнения термоядерной реакции, да, если мы это учили. Вот. Мы можем там перетаскивать тяжести, мы можем тяжело физически трудиться в разных направлениях, а просто, скажем так, выслушать человека, услышать, что он сказал, сказать: слушай, приходи завтра, я знаю, как тебе помочь и решить. Мы почему-то этого сделать не можем. Да? Кстати, информация, которая касается развития нашего проекта, технологии, того, как здесь можно зарабатывать деньги, она тоже очень проста. Вам не нужно, скажем, залазить в глубину всех знаний по там, термеху, сопромату, физике, да, и все, что связано с передвижением транспортных средств по поверхности планеты, либо летающих средств, либо те, что передвигаются по рельсам, либо по воде. Вам не нужно это, узнавать силу трения, там, сопротивление, скольжение и так далее, и так далее. Вы можете иметь приблизительное представление о том, как передвигаться будет данный транспорт, и простой пример вам приведу. Скажите, есть ли здесь сейчас в нашей комнате люди, у которых, ну, например, нет телевизора? Я не говорю, что вы его не смотрите, его вообще нет. Минус поставьте. Вот. А скажу вам следующее. Смотрите, когда вы смотрите телевизор, да, либо слушаете радио, скажите, возникает ли у вас в голове мысль, а как это работает? Как сейчас сигнал радиостанции «Эхо Москвы», если вы ее любите, да, передался по эфиру, как он принялся антенны, как он там прошел всю схему преобразования сигнала и как вы услышали этот голос? Я думаю, вы этого не делаете. Когда вы смотрите любимую передачу, там, не знаю, кто-то любит Малахова, который всякий бред рассказывает по телевизору, да, кто-то смотрит спорт, кто-то смотрит еще что бы то ни было, вас интересует то, что происходит на экране, а не каким образом это передалось, там, конвертировалось, декодировалось там и так далее, так далее, так далее. Правда ведь? Соответственно, информацию по технологии, ну, для того, чтобы успешно развиваться в нашем бизнесе, достаточно посмотреть несколько роликов, достаточно послушать пару вебинаров, которые записаны у нас по технологии, да, основные принципы передвижения транспортных средств. И не нужно копаться до документов там, где написаны какие-то непонятные буквы на греческом языке, да, и расчеты вот таких формул. Это вам не надо. То есть, по сути дела, работает что? Возможность решения вопросов ваших личных и тех, кому вы рассказываете, что из себя представляет данная возможность, транспорт, технология, какие возможности заложены в партнерской программе, а это понять достаточно просто. Ну и, конечно же, желание не просто обобрать людей, да, вытянуть из них последнее и потом прыгать, скажем так, на их костях, что они вложили $15, а вы заработали один, вот, а желание внутренне помочь людям, помочь компании, помочь Юницкому, да, реализовать эту технологию и в процессе этого движения, делая простые шаги и с открытой душой совершая те действия, которые здесь нужно делать, деньги к вам приходят как результат. По-другому не бывает. Поэтому сейчас, чтобы понять, что из себя представляет маркетинг компании Skyway Capital, я вам включаю ролик. После этого ролика я надеюсь, что у вас, возможно, появятся какие-то вопросы. На короткий промежуток времени с вами. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8 этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1 – 15%, со 2 – 4%, с 3 – 2%, с 4 – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1 – 15%, со 2 – 5%, с 3 – 3%, с 4 – 2%, с 5 – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации.
Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 3%, с пятого 2%, с шестого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С первого 16%. Со второго 7%. С третьего 5%. С четвертого 4%. С пятого 3%. С шестого 1%. С седьмого по девятый 0,5%. С десятого по 20 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%. Со второго 7%. С третьего 5%. С четвертого 4%. С пятого 3%. С шестого 1%. С седьмого по девятый 0,5%. С десятого по 20 0,2%. С 21 по 24 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы.
маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такая простая информация, да, касаемая партнерской программы. Действительно, основное преимущество этой партнерской программы – ее простота. Вот. То есть, ничего сложного. Жесткая привязка к уровням, да, то есть, какого уровня, что нам начисляется, какие проценты. Единственное, в ролике не прозвучало, я все время это говорю устно, да, то, что маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Но сейчас срабатывает одно условие, которое как бы немного в сторону от этого уводит, то, что мгновенно практически начисляются те денежные средства, которые пришли в нашу компанию, процент точнее от проплат пакетов, если человек верифицировался. То есть если человек купил пакет новый и верифицировался, то сразу вверх пошла раздача положенных процентов. Поэтому обращаем ваше внимание, когда вы сейчас будете регистрировать новых партнеров и по новогодней акции в том числе, обязательно им рассказывайте, что после оформления пакет, после регистрации, после оплаты пакета, да, нажимаете кнопочку верификации и проходите верификацию. Как правило, в последнее время она проходит в течение суток, то есть наш специалист успевает проверить данные, которые подкладывает человека. Для верификации нам нужны две страницы документа, да, ну и точно заполненные данные, привязки к месту жительства и так далее, и так далее. То есть процедура много времени не занимает. Как только человек верифицируется, вам идет раздача вознаграждения положенного. Далее еще один важный момент, на который хочу обратить внимание, что вы видели, что в ролике деньги с бонусного счета выводятся, когда на нем накопилось $30 и более. Так вот, даже если вы уже выводили денежные средства, да, и они сейчас накапливаются, их там может быть и тысячи, и 10 тысяч и так далее, но если вы не верифицированы, вы их не выведете, пока не пройдете процесс верификации. Еще момент очень важный, отличие от большинства партнерских программ, которые существуют в мире. То, что вы получаете следующую квалификацию по нашей карьерной лестнице практически в тот же день, да, через несколько там минут после того, как вы эту квалификацию выполнили. В большинстве компаний, в 95 случаях из 100, квалификация следующая вам присваивается по окончанию календарного месяца, в течение которого подсчитывается товарооборот, и повышенный процент, который соответствует более высокой квалификации, вы начинаете получать только со следующего месяца, с нового товарооборота. У нас выполнили квалификацию, получили положенную, скажем так, ступеньку карьеры, и с этого момента начинают действовать те проценты, которые, например, были вы мастером, стали вы экспертом. Соответственно, с этого момента пошли все уже начисления по квалификации эксперт. Вот по большому счету, наверное, что можно сказать по маркетинг-плану нашей компании. Реально прост, реально, скажем так, выдумывать ничего не приходится. Можно ли назвать его самым лучшим? Да мне трудно судить, потому что в мире существует там несколько тысяч маркетинг-планов, и партнеры компании, которые в них работают, утверждают, что он у них самый уникальный. Да? От сотрудников самой первой компании, которая образовалась в 1950 году, до тех, которые образовались буквально два дня назад. У них у всех самый лучший маркетинг-план. Вот. Маркетинг-план у нас взвешенный, да. То есть тот процент, который компания может отдавать на выплату своим партнерам, она отдает. Дальше деньги уходят в Минск и на реализацию технологии, которую мы с вами каждый день получаем новости. Какие есть вопросы, коллеги, ко мне сейчас? Так, смотрю, что вопросы не задаются, да, что с Яндекс, да, Петр, выяснял сегодня с Яндекс кошельком, тот, который был заблокирован и средства не могли поступить, уже всем средства вернулись,
Второй кошелек разблокирован, и тот, который у нас находится сейчас в личном кабинете, его можно использовать. Вот я с девчонками сегодня с утра общался, задал этот вопрос, поэтому платите. Вот. Если деньги были, скажем так, отправлены в тот кошелек, который у нас был заблокирован, вчера они занимались целый день тем, что денежные средства, которые зависли и не были ни в кошельке, и их не было, скажем так, ну, люди вроде бы их потратили, они должны вернуться сейчас на те кошельки, с которых они ушли. Вот такая информация по Яндекс.Кошельку. Это то, что касается капитала. Не могу сказать, когда начнется 9-й этап, не уполномочен, как бы так, сам не привык выдумывать, сочинять что-то. Когда будет 7-й этап, 9-й этап, тогда мы с вами узнаем. Светлана, дело в том, что ролик, который вам показан вот сейчас по маркетинг-плану, его можно найти на нашем канале Skyway Capital, он там выложен давно. Вот таким вот образом. И вы его можете оттуда ссылку взять, либо скачать себе на компьютер и давать своим партнерам, чтобы они разбирались в этом. Это давно было рассказано. У нас был вебинар месяц назад, если вы помните, на котором я показывал простые действия. Их может быть, они могут быть другие, потому что способов снятия информации с YouTube на свой компьютер, их существует несколько, как минимум, да. Я показал самый простой. Компания Safe.net. Ставите две буквы, скачивает этот ролик, он у вас. А когда вы открываете ролик для просмотра на YouTube, там появляется ссылка в адресной строке. Копируйте его и сохраняйте в текстовом формате. И давайте всем тем, кому это интересно. Давайте про биржу не будем говорить. Вот. Поймите правильно, сегодня партнерская программа, нет задачи вам пообещать, что мы выйдем на биржу такого-то числа. Вам никто не скажет точной даты. Петр, напишите в техническую поддержку, если у вас возникла просрочка по вине того, что был заблокирован Яндекс.Кошелек, ее проверят и рассрочку вам эту зачтут. Вы знаете, Анатолий, я думаю, что если у вас есть документ, подтверждающий, что вы живете в том городе и так далее, вы можете это дело подложить. Только единственное, я так предполагаю, что пока вы будете писать, наверное, Молдова, да, адрес. Вот и все. У вас же указан город в паспорте и адрес улиц. Он же рабочий. Танат, я не буду отвечать, куда будут поступать дивиденды. Честное слово. То есть у меня нет сегодня цели рассказать вам, куда и каким образом они будут распределяться, благодаря каким программам, которые будут встроены в электронную биржу и так далее. У нас не в этом цель. Я вам уже ответил, я не могу сказать, когда точно мы выйдем на биржу. Мы туда будем выходить. Когда это случится, вы узнаете. Вот. Куда будут поступать? Поступать они будут на счета банковские, возможно. Да, возможно, на платежные системы, которые можно будет привязать к тому, чтобы эти деньги туда пришли. Все это решается, это несложно. Сейчас наша задача привлечь необходимую сумму инвестиций для реализации технологии. Ни больше, ни меньше. Вот для этого мы работаем, для этого мы даем информацию, для этого мы вам рассказываем про партнерскую программу, которую вы можете использовать и не ждать вот этих дивидендов, а уже сейчас стать успешным и обеспеченным финансово человеком. Вот и все. Вы ничего плохого не сделали, прощения просить у меня не нужно, просто, скажем так, определенные вопросы, ну, наверное, на тематических каких-то других мероприятиях и так далее. Все нормально. Мы здесь для того, чтобы вопросы задавать, но только не по дивидендам, да, у нас как бы нет цели сегодня про них рассказывать. Не потому, что мы не хотим их, мы все их ждем, но всему свое время. Коллеги, у меня на этом все. Да, сегодня еще буду, скажем так, целая череда вебинаров. Сегодня будет, если не ошибаюсь, 19 часов у нас кто? Как бы не Григорий Мирошниченко, который делится интересной информацией, да, всегда. Поэтому рекомендую посещать его вебинары. Спасибо вам огромное за то, что были сегодня здесь, за то, что слушали эту информацию. Вот. Буду рад вас завтра увидеть в 17 по Москве на презентации компании Skyway Capital, да, которая будет у нас в этой вебинарной комнате. Завтра у нас в Москве живая презентация. Если есть москвичи, я предполагаю, Будуло меня сейчас слышит, да. Может быть, увидимся вживую, потому что завтра в 19:30 в гостинице «Татьяна» также будет проведена живая презентация. Мы расскажем и поделимся со всем тем новым, что у нас есть. И будем разыгрывать, как всегда, подарочный сертификат на 1000 подарочных долей компании Skyway Capital. По поводу помощи, просто даже как вам обратиться, не знаю, написано Ткачев и Кривой Рог, да, вот, ну, неудобно. Что за помощь нужна? Если вам нужна срочная помощь, касаемая того, что вот, что-то в кабинете и так далее, пожалуйста, пишите в техподдержку на сайте. Потому что я сейчас помощь, ну, наверное, оказать особо не смогу какую-либо. Спасибо вам, Сергей. То есть у меня на этом все.
До новых встреч на вебинаре. Если вот завтра вы будете на вебинаре по презентации нашей компании, я обращаюсь к... По Москве помощь? Ну, я никакая помощь по Москве. Помощь по Москве я могу только информацию сейчас дать. Если кому-то нужна эта информация и человек готов прийти, да, и побывать на презентации, вот вам ссылка, где можно оставить свои данные. Здесь написан адрес, по которому у нас презентация будет проходить. Вот, поэтому ждем вас с удовольствием. Пусть люди регистрируются, приходят и там пусть задают вопросы, хорошо? Уже вживую тогда сможем пообщаться и рассказать обо всем, что мы, по крайней мере, знаем. У меня на этом все. Хорошего вам вечера. До новых встреч.